Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Микробинар. Проект не перестает, друзья, радовать. У меня закрылся 7-й микробинар. И я автоматом перешла на 8-й микробинар. Значит, кликаю сюда. У меня 6-й куплен, 7-й, 8-й. Я пошла... Нет, вот сюда я перешла на автоматом, друзья. А на 7-й также я пошла на реинвест, 2-й круг. Вот. Значит, операции. Смотрите. Значит, вот здесь за... Что у нас вчера было? 18-е число. И вот у меня, смотрите, закрылось 18 числа первый микробинар. У меня 18 закрылся 5 микробинар. 112 рублей. Это, и я пошла в первом на реинвест. В пятом на реинвест. Автоматом все. И в четвертом. Нет, подождите. Так. Вот, 18 число. Первый микробинар. И 5-й. Это у меня за 18-е. Сегодня у нас уже 19-е. Сегодня у меня уже 19-е число. Закрылся 4-й микробинар. Я пошла также на реинвест. И 7-й микробинар. Я получила с 7-го микробинара 320 рублей. И за этих денег у меня вычли денежку на 8-й микробинар. И я автоматом перешла, как бы, да, уже на 8-й. Значит, теперь я хочу вам показать. Сейчас я сразу перейду вам на выплаты. Вот, 288 рублей. 19-е, 11-е. Выплата 7-й, микробинар. Также, если мы перейдем на Pair кошелек, значит, здесь у меня что, 18-е? Первый микробинар. Далее. Выплата. 5-й микробинар. Далее 18-е. Так, подождите, запуталась. Вот 19-е число уже пошло. 4-й микробинар, что я вам показывала. И сегодня, опять же таки, 19-е число. Выплата. 7-й микробинар. Все замечательно. Теперь я хочу показать. Многие спрашивают у меня. Я вчера очень многим ответила, как покупать микробинар. Я хочу приобрести 9-й микробинар сразу. И вот здесь, друзья, в самом верху вкладочка у вас будет «Купить первый микробинар». У меня стоит 9-й, так как я уже на 8-м. Кликаем сюда, на эту вкладочку. Нас автоматом перебрасывает на Pair кошелек. Выбираю рубли. Подтвердить. Переадресация на Pair кошелек идет. Угу, поставлю. Ладно, так. Сейчас зайдем, делаю без пауз. Так, это мне уже не надо. Входящие. Авторизация. Копирую. Вставляю код. Подтвердить. Окей. Успех. Успешная активация. Все. Я купила себе 9-й микробинар. Вот я встала. А теперь, друзья, я хочу вам рассказать, как очень просто с 1 рубля зарабатывать. Вход всего лишь 1 рубль в первый микробинар. У меня уже пошел 5-й круг заполняться. Видим. Так.
вы оплачиваете вход всего лишь, я вам только что показала, как это делается, 1 рубль. Приглашаете партнеров за 1 рубль. Что такое 1 рубль, друзья? За рубль мы ничего не купим. Правильно? И пригласить на 1 рубль, я думаю, не составит труда. Я не понимаю, как работать без приглашений вообще в интернет-бизнесе, в онлайн-бизнесе. Вы приглашаете партнеров, у вас заполняется структура, все ячейки встают люди, и вы автоматом переходите на второй микробинар. Ваши партнеры также начнут приглашать, и у вас будет заполняться структура автоматически всего с 1 рубля. Понимаем это, да? Вот. Далее, что я хочу еще сделать, друзья? Выхожу из личного кабинета. Нажимаю «Вход». Это мой основной аккаунт. Я сделала себе еще один аккаунт. Разгадываем капчу. Войти. Вот мой кабинет. Еще один. Я никого сюда не приглашала. И я хочу сделать акцию и дать вам возможность заработать абсолютно без вложений. Значит, вы регистрируетесь. Ссылочку найдете в описании под видео по моей реферальной ссылочке. Елена 75 на конце. Услышали? Вы регистрируетесь по моей ссылочке. Проплачиваете за 1 рубль первый микробинар. И первым 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 человек, кто зарегистрируется по моей ссылочке, я возвращаю вам этот 1 рубль. Пройдя в описании под видео, кликайте «Еще», опускайтесь ниже. Здесь мой основной контакт. Заходите ко мне на страничку, пишите мне сообщение. Микробинар плюс свой логин в проекте и плюс свой Pair кошелек. Я захожу в микробинар во вкладочку «Партнеры». Ищу ваш логин. Смотрю, что вы зарегистрированы по моей ссылочке. И вам перечисляю обратно 1 рубль. Вот таким вот образом вы можете начать абсолютно без вложений начать зарабатывать в проекте. Услышали? Акция такая у меня. Первым 14 человек. Партнерам. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, друзья, проходим мимо. Проект супер, проект реально, друзья. Но я не знаю, я еще такого проекта на просторе интернета еще не встречала. Вот, я в восторге от него. Всем удачи, до новых встреч. Жду в команду.